Действия с их стороны сильно разнятся. Люди говорят, что им дали 24 часа на то, чтобы собрать вещи и уехать, поэтому они спешно забирают все, что могут увезти, а что не могут, рушат. И сжигают. О боже, никто не может мне помочь. Что мне делать? Куда идти? Я в такой ситуации. Что мне делать? Музейные работники лихорадочно упаковывают камни с замка Шахбулак 18 века, чтобы перевезти их на контролируемую армянами территорию. Черт!